Всем привет! Сегодня хочу показать свои косметички, которые я беру с собой за границу. У меня есть две косметички. Одна с декоративной косметикой, одна с нашей уходовой косметикой. Вот это вот будет с уходовой косметикой. Это такая косметичка от Moroccan Oil. Такой вот маленький чемоданчик. И вторая косметичка, которую я беру с собой с декоративкой, это вот такая вот косметичка от Zoeva. Итак, давайте же начнем с этой косметички. Во-первых, хочу сказать, что когда я с собой беру косметички, куда я складываю разные вещи, я люблю косметички, которые плоские, в плане того, что как подушки. Я не люблю вот эти вот конверты, которые складываются. Мы летим, у нас только ручная кладь, поэтому вот такие вот подушечки, они намного удобнее, намного практичнее, нежели разные там конвертики. В общем, короче, я беру вот такую вот, и давайте покажу, что в ней есть. Вот, значит... Выглядит это каким-то таким образом. Здесь нам достаточно света. И вы знаете, я это видео уже сегодня сняла, но я забыла включить звук у своего микрофона. И поэтому переснимаю второй раз. Первый кармашек будет вот этот верхний. В первом кармашке я... в закрытом кармашке у меня есть так. Есть пилочка круглая, обязательно не острая, иначе вас остановят на границе и попросят ее выкинуть. Вторая у меня есть такой вот кошелечек. Этот сам кошелечек от Clinique. Их миниатюрки трехступенчатой системы именно продаются вот в таком кошелечке, в котором у меня есть ватные палочки, деревянные палочки, немножко ватных дисков и таблетки парацетамол и таблетка Coldex, которые там, знаете, от простуды, от всего подобного. Таблетки обычно беру с собой с Израиля обязательно, потому что в разных странах разрешены разные препараты, и как-то я боюсь другие таблетки пробовать. С этим я знакома на случай, если со мной что-то случится в плане простуды, а с другими немножко как-то, я не знаю, с опаской, поэтому всегда с собой беру лекарства такие на что-то самое необходимое. Еще хотела сказать, что косметички эти все я беру с учетом того, что я еду к родственникам. Я буду 3 дня в Англии у своих близких родственников и буду 10 дней у мамы в Ирландии. Поэтому шампуни, крем для тела, кондиционер, всякое такое я с собой не беру, потому что я знаю, что все это есть у моих родственников, и просто смысл с собой этого брать нет никакого. У них все есть, я даже знаю, чем они пользуются, поэтому я уверена, что мне подойдет. Максимум, если мне не подойдет, в Европе во всех магазинах больших есть меня миниатюрки, которые продаются по еврику, поменьше, больше. Есть мой любимый крем вазелин для тела, есть мой любимое мыло для тела, только что максимум, если мне что-то не подойдет, я возьму себя, пойду и куплю. Итак, давайте посмотрим, что же есть у меня в большом кармашке, что я с собой беру. Беру такую вот расческу Tangle Teaser, это такая миниатюрка, их можно купить в самолетах, если вы летаете, можно, может быть, это заказать, не знаю. Два дейзика беру, мой и мужа. Преспирант. Берем духи. Миниатюрка у мужа тут, по-моему, 30 миль Hugo Boss. У меня Шанель 50, но тут уже половина, меньше половины. Как раз возьму там до пользу, может быть, там уже и выкину. Две зубные щетки, моя и его. Зубная паста Glister от Amway. Мало кто пользуется этой фирмой, поэтому я на всякий случай беру. Мама моя точно пользуется. С мамой не будет проблем, а вот в Англии я не уверена, что они ей пользуются. Другой пастой я не пользуюсь. Мокрые салфетки. В этом случае у меня, по-моему, мне это присылала Наташа с России, с Москвы. Это Il de Beauté, 10 штук салфеток здесь. Также беру таблетки от зубной боли, головной боли, менструальной боли, любой боли Advil, на всякий случай, чтобы были. Беру вот такую вот миниатюрку крема для волос. На самом деле это коробочка от крема Nivea. Я тут сняла стик, а снизу оставила для того, чтобы было видно, что это 50 миль, чтобы ко мне не придирались, можно это брать, нельзя это брать. И сюда просто напшикала свой крем для волос. Я думаю, что этого на 2 недели мне вполне хватит, не хватит максимум, а найду там что-нибудь, чем можно для волос пользоваться. И также у меня внутри есть опять такой же маленькая косметичечка, трехступенчатая система от Clinique, которая тоже была, я их пару раз покупала. Что же я напихала сюда? Итак, здесь у меня есть такая вот миниатюрка крема от Nivea. Все, наверное, этот крем знают. Он для всего, куда можно его намазать. Поэтому на всякий случай его с собой беру. Также у меня здесь есть база под макияж от Clarins. Это Beauty Flash Balm миниатюрочка. Также есть у меня миниатюрка масла для волос от марокканского масла. Также у меня здесь есть миниатюрку, которую мне тоже присылала Наташа с Москвы. Это что это у нас? Это масло для душа миндальное от L'Occitane. На всякий случай беру, потому что у нас запланирована поездка в Дублин, когда мы будем гостиницу снимать. У нас есть один день в Берлине, когда мы спим в гостинице. Так что на всякий случай такое мыльцо пригодится, как говорится. Здесь у меня еще есть два пробника духов мужских. Я не знаю, зачем я их с собой таскаю. Может быть, их
выкину, если бы не потащу, сейчас вам покажу. Вот такие два пробника, даже не знаю, что в духе, если честно. И также у меня здесь есть с собой, я перелила сюда, вот в эту я перелила мицеллярную воду, я знаю, это по двойке и по запаху, у мицеллярной воды нету запаха, и также сюда перелила свой любимый тоник, я знаю, что это тройка, типа после мицеллярной воды, после двойки, и у него есть очень такой понятный лимонный запах. В общем, тоже с собой такие две миниатюрки беру. И все, из уходовой косметики это, в принципе, все, что я беру. Такая уходовая наша общая косметика. Мне кажется, этого достаточно. Умывалку я с собой не беру, потому что есть у мамы. Если мне она не подойдет, то я пойду и куплю свою проверенную от Neutrogena, которой я пользовалась около 10 лет. А я не буду с собой тащить никакую умывалку. И у меня такая умывалка, которую я даже не знаю, куда ее перелить, если бы я с собой хотела ее тащить, поэтому тащить не буду. Давайте посмотрим, что же есть в косметичке декоративной косметики. В первую очередь хочу сказать, что вот эта вот косметичка от кистей Зоивы из их набора замечательная штука, безумно мне нравится. Мне нравится то, что она, во-первых, она вместительная, во-вторых, она, ее можно, знаете, вот так вот, когда туда накладываешь всего, потом ее вот так вот как бы распрямляешь, и она тоже как подушка хорошо везде кладется, поэтому замечательная косметичка, с ней уже ездила, очень удобная. Итак, сейчас я вам покажу, что я сюда напихала. Здесь, кстати, внутри еще есть карман. Итак, в этот карман я положила тональное средство, которое я беру с собой. Это тональное средство от Clarins. Вот такое вот оно. Оно, это как бы сухой тональник, он как и пудра, как и тональник. Очень хорошее средство, беру его с собой. Вместо того, чтобы таскать какое-то тональное другое средство или какую-то пудру, я беру одно, и мне этого хватит. Дальше покажу вам лаки для ногтей. Беру вот этот вот красный лак, что на мне, от Orly. Он такой маленький, тут осталось половину, он начинает засыхать. Две недели мне его вполне хватит. У мамы максимум возьму какой-нибудь лак. И вот такую сушку. Все это с собой потом не повезу. Все это останется там или выкинется. Дальше. Для своего лица от L'Occitane такой ролик для зоны под глазами беру. И также беру вот такой вот крем от Чистая Линия. Крем Актив против прыщей. Идеальная кожа. Мне его подарила Яфа, когда мы с ней встречались в Бершеве. Я вам показывала нашу встречу во влоге. Кто этот влог не видел, ссылка будет внизу. Обязательно зайдите, посмотрите. Замечательный крем. Он мне очень понравился. Я им уже пользуюсь, ну, почти неделю. Очень хороший крем, очень мне нравится. Он только сильно расходуется, поэтому я его беру. Сейчас им не пользуюсь, оставила его, беру с собой его в дорогу. Как дневной, как ночной, замечательный крем, в общем, супер. Дальше, что у нас тут еще есть? Итак, из кистей, что я беру из кистей? Из кистей я беру две кисти, беру вот такую щеточку расчесывать свои брови, когда наношу средство для бровей, обязательно она мне нужна. И беру вот такую вот кисть от Real Techniques Multi Task Brush для всего, для румян, для бронзера, в общем, для всего. И также мне Аня, Аня блогер с Швеции, ссылка на ее канал будет внизу, прислала вот такую миниатюрку от H&M, ее я тоже беру. Аня выиграла конкурс, который у меня был на Инстаграме, и она мне в ответ прислала спасибо, несколько интересных вещей. Крем маленький от The Body Shop, прислала мне конфетки, такие подставочки для разных записочек, вот эту вот кисточку прислала мне лак, в общем, всякие мелочи женские интересные, и я ее тоже с собой беру. Для бровей я, конечно же, с собой беру свой от MAC Brow Set, куда же я без него. Так, теперь для глаз я беру вот эту тушь от Gourmandise, замечательная тушь, я ее получила в посылке по обмену с России, очень она мне понравилась, это тушь для объема, видимо, туши для объема это мое. Очень-очень мне понравилось, очень хорошо она работает на моих ресницах. Также я беру от L'Oréal такой супер лайнер, гелевая подводка. И также для глаз беру вот такой вот от Clinique Chubby Stick, это тени. Очень я его люблю, между прочим, очень часто, когда я его наношу, вы мне говорите, что мои глаза вдруг зеленые, вот именно он подчеркивает цвет моих глаз. Он такой, знаете, цвета таупи, то есть он такого, знаете, цвета коричнево-серого, где-то цвета лаванды, все такое вместе очень хорошо подчеркивает зеленые глаза, очень мне нравится, это в номере 02 Lotso Latte. От Clinique в Израиле конкретно этот цвет не продается, и для него я возьму вот такую вот миниатюрку базы Too Faced, потому что у меня очень жирные веки, и мне обязательно нужно класть базу и для подводки, и для теней, поэтому я вот эту миниатюрку с собой возьму. И что у нас? Что у нас осталось? А, румяна я с собой никакие не беру, потому что у меня в планах купить двое румян, поэтому то, что куплю, что получится отловить, то и буду там пользоваться. Беру свой бронзер от Too Faced, миниатюрку эту, Chocolat Soleil, и помады.
В общем, такая помада гигиеническая от Dior Lip Glow, ну все вы это знаете. А что-то я вообще ее купила, ей не пользуюсь, решила, что пришло время ей пользоваться, возьму ее с собой как гигиеничку. Максимум не подойдет, у мамы гигиенических помад много. И беру две помады от MAC, одна это All Fired Up красная, видео помада Хамак Ява, вы можете посмотреть, как она выглядит на мне. И вот эта фиолетовая Heroine. И к ним также беру два карандаша, тоже фиолетовый Heroine, как и помада называется. А к красной помаде All Fired Up у меня есть карандаш Trust in Red, потому что они матовые, и с матовыми помадами я люблю, когда губы выглядят идеально, красиво, и обязательно нужно обводить карандашом для того, чтобы была четкость этой линии, ну, как по мне. Ну что, вот это вся косметика, что я беру с собой. Может быть, кому-то из вас покажется, что это много. Мне кажется, что это немного. Единственное, чего много я беру, это две помады. Все остальное беру по самому минимуму. Я старалась не сходить с ума, брать по самому минимуму. Но поскольку мы летим в Ирландию, я знаю, что мы будем каждый день где-то гулять. Я люблю быть при марафете для того, чтобы на фотографиях выходило все красиво. И все было на своем месте, как говорится. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся очень скоро. Пока! Сегодня я хочу вам показать покупочки одежды, которые я сделала за последнее время. Эти покупочки одежды уже более на осень или на нашу израильскую зиму. Думаю, что для вас...